Всем привет, с вами канал Сам-сервис. Сегодня у нас на ремонте телефон LG E455. Мы видим здесь разбитый сенсор, но проблема не в этом, он у нас не включается. Сейчас подключим его по питанию. Посмотрим, какая будет его реакция. Видим, что у нас короткое замыкание. Будем разбирать и искать причину короткого замыкания. Откручиваем все замечательные упаковки. Открываем корпус. Отключаем все шлейфы с платы. Извлекаем плату. Давайте снова подключим блок питания, посмотрим. Это у нас где-то вот с этой области. Сейчас попробуем найти точку. Давайте снимем этот экран, посмотрим еще.
Сейчас с помощью кассового листа бумаги определим наше короткое замыкание. Как я говорил, это где-то вот в этой области. Давайте прикладем наш лист бумаги и посмотрим. Видим, оставляет такие черные пятна. Какой-то. Так, мы определили, что у нас в коротком замыкании вот этот конденсатор. Будем его заменять. Мы отпаяли конденсатор, а сейчас плата остынет и посмотрим, дало ли это результат. Включаем блок питания. Как видим, короткого замыкания у нас нет. Теперь будем искать ему замену и потом будем ставить. Теперь ставим наш конденсатор с донора. Плата от флюса. Давайте проверим, не появилось ли короткое замыкание. Нет, видимо, у нас короткое замыкание нет.
Давайте все подключим и посмотрим. Ставим плату на место. Включаем все шлейфы. Коаксиальный кабель. Ставим батарею. Все работает, давайте будем собирать. Отключаем. Ставим нижнюю часть корпуса. Закручиваем цилиндр. Все, будем тестировать. Если это видео было для вас полезным, ставим лайк и подписываемся на канал. Всем спасибо за просмотр. До свидания.